С чего вы взяли, что я скандал закатил? Вы, я считаю, что вы... Все, тихо, давайте рот закроем. Я первый этап сделаю. Почему так со мной разговариваете? Все, я, пожалуйста, во-первых, вы снимали меня на камеру, вы правда не права. Имеете никакого права. Не имею права. Вы доставляете здесь услуги. Я никуда не иду. Вы сейчас весь прием будете комментировать? Нет. Какой настроение? Ну, пожалуйста, закройте его, дайте поработать. Что сейчас вообще происходит? Что я себе позволяет? 6 января. Мой сын сидит с анестезией. В клинике Восток-100 все врачи убежали, отказались нас лечить. Пациент сидит, мы никуда не уйдем. Я сейчас позову сюда полицию, и мы будем разбираться. То, что нам отказали в услуге, понимаете? А вы не имеете права нам отказать в услуге. По закону о защите прав потребителей. Я пациент с инвалид первой группы сидит в кресле с анестезией. Вот имейте в виду. Наталья Владимировна, у меня сын инвалид первой группы, сидит в кресле, ждет вас. Я не буду лечить. На каком основании? На каком основании? Потому что, ну, давайте личная неприязнь. Личная неприязнь? Да. Она была изначально у вас? Нет, вот сейчас не будем вдаваться в подробности. Сейчас зуб вне обострения, у него открытый свищ, зуб не болит. Вы можете выбрать любого другого доктора. Мы выбрали вас, и сейчас у меня сын сидит с анестезией. Я могу вам отказать. На каком основании? Ну, я же сказала, на каком основании. Личная неприязнь? Да.